Красноуфимск. Положение определено. Навигатора нет. Надо поднять за радар. Thank you.
дороги? Дорога 2 есть? Есть. Вот. Туда смотрю, какой-то рыжий рассказывает. Понял, что планета уже оттуда. Я не знаю, может там реклама? Где это реклама рассказывает как-то? О чем говорит? Вот это там секта. Вот я рассказываю. А у тебя откуда такой выращий волос? Не знаю. Парик одел. Не знаю. Надо посмотреть, что за вид. А, вспомнил. Это я подвозил одного. Как его назвать-то? Хит или еще кто-то? Рыжий такой волос. Ну да. Вот. Просто желтый было. Стоял он, я его вез. Ну. Ни копейки денег у него нет. Ничего. А. Я его покормил. А, он рассказывает, да, да. Да, вот ты сел на ногу, разбудил меня. Хорошо я сделал. Я до сих пор не могу уснуть. Я больше не буду садиться. Нет, ну, скоро выходить надо. Как? Вы здесь? А, нет. Здесь покажи. Все, здесь 52. А, ну, теперь сегодня ночью крепко спать будешь. Не знаю. Получится крепко спать ночью. Я, знаешь, не помню, в темноте или с просонья. Я думал, что там есть свободное место, или это купал. Ну, смотри, где? Ну, Сетра на ноги. Вот ты там будешь его рассказывать? Зачем? Что у одного товарища сел на ногу, не дал спать все. Вот ты сам об этом плохой сказал. Плохой человек, ты так сказал. Да, вот так тоже сказал. Ты уже сказал, спасибо. Все, да. Thank you.
50. Долго будешь помнить меня, на ноги сел и разбудил тебя. А там уже все. Конечно. Если я буду смотреть, смеяться. Ну, друзьям скажешь. Будет называться «Россия из окна поезда. Краснодар, Москва». Красноярск. И Красноярск, Москва. Буду смотреть. Да. Понравилось. Да, у вас. Сел на ноги, не дал мне смотреть, не дал мне спать. Я пол второго проснулся же, все. И смог. А вот ночью, да. Я ехал, меня одного товарища высаживали. Я провалил. Мне сам под меня лучше убить, чем меня. Да. Красиво как, смотри, а? Ну, красиво. Что-то ты про Путина говорил. А, ты уже ты тоже записываешь? Давай, давай. Про Путина. Про... А Путин делал для начала. Президента Азербайджана Алиева. Что ты говорил про Алиева? А он не хороший президент, ты говоришь. Так. Свою фамилию, имя, отчество назови, номер паспорта, где живешь, адрес. Александр, фамилия как? Свои называй, да. Где живешь, чего? Живу как это, в России. Мой адрес Советский Союз. По-другому будет, да? Это голос. Нет, то же самое будет. Голос и все. А много сил, там да. Все. Другие будут смотреть, люди. Будут писать комментарии про тебя. Они мои голосы знают, да? Конечно. Хоть с акцентом скажут. А это кто такой? Черный, что ли, это? Там столько разных этих людей, все разные же. Что он там делал? Куда он уехал? Чудесно. А документ у него в кафе. Сейчас я тебе показываю, тетя. Какой тетя видеомонтаж проходит, она там показывает. Там всех, там, ну там, да, хозяин. Сейчас техника позволяет. Блин, даже сам позволяет. Ну как Петросяна съел на это? Ты не смотрю? Нет. Ну на это. О, смотри, какой этот обрыв, мост какой красивый. Да, такой, смотрю, раньше там был, да, там? Наверное. Ну, нифига себе, а что ты такой вот самолет отсюда? Красиво, блин. Да. Это же этот, автодорога, да? Нет. Тоже железная? Тоже железная, старая. А, старая. Да, старая железная дорога закрыли. Мост остался. Узник, блин, отдел на это. Президент, который парень сказал. Отдел, и будет все на его сверху. Еще есть такой путь. Я видел карикатуру, значит, Обаме показывают фотографию, где Путин сидит на медведе, едет, на медведе едет. Обама говорит, я тоже хочу такую. Ему дают фотографию. Обама, на нем Путин сидит. Чего ты Алиева нет, вот я видел. Алиева? Ну, вроде вот. Ну,
Путин не боится, критики не боится, насмешан. Пусть. Да, ему пофиг. Он думает, пусть пока я живу, да. Что он будет, потом... Он свое дело делает. А те, кто сейчас боится, начинают говорить, чтобы они говорили, потом будут про них говорить. И когда они умрут, на земле будут лежать, они будут там говорить. А что про него говорить вообще? Что они говорят? Так. Что про него говорить? Президент Азербайджана хороший человек. Весь СНГ. Президент Азербайджана для себя хорошего. Для да, правильно говоришь. Для себя хорошего. А для меня что было хорошего? А, вот как, да? Для меня что было хорошего? Если хороший был бог, я здесь значит, не ходил бы раз. Значит, недоволен, да ты? Президент? Да. Недоволен. Я никакой президентом не доволен. Своим работам доволен. Да, правильно? Работа, чтобы семья была обеспечена. Да. Сыта, опута, да. Одета. Ну, где? Чтобы дети образование получили. Сидишь, блин. За 39 кутов видишь, срать еще. Не нравится тебе. Наш президент, самый хороший президент. Самый хороший был бы наш президент, да, ты такой видеорегистратор не подал. За 30. Да. А мне все в этом стоит, вот 1200 будет. Нет? 1200. Регистратор? Да. И 700 рублей этого я приезжу к нам. Знаешь, 700. Только богатые люди могут позволить себе покупать дешевые вещи. Я не богатый. А ты у кого взял на тебя? Зачем ты мне деньги пропал? Ты не забрал. Была у него одна. Там еще коньяк лежал. В туннеле. Длинный туннель, по-моему. В туннеле длинный, по-моему. Я знаю. Туннел. Не Урал уже. Куда Урал? Черноморский город уже. Да? Черноморский, да? Вот я деньги я нашел. Он лежит, а я говорю, что хотя и... Где ты потерял? Да? Где ты потерял? Вот, записывай. Да. Скажи, я? Где ты? Я тебя спрашиваю, а то можешь изменить, где я. Нет, ты скажи, где потерял, я о чем буду обманывать, что ли? Не, обманывать будешь, ты скажи, где нашел. Магадане. Вот я там потерял. Ты скажи, я не Магадан. Ой, я ошибся, Якутский.
Там еще коньяк лежал, да? Две бутылки. Ну, если Казахстану возили, это коньяк, сука, рок это будет. А, это казахский коньяк был? Это, я думал, азербайджанский. А, нет, это казахстанский коньяк. Сколько пьешь, ты пьяный. Да? А тут он устаешь. Голова не болеет, ничего не болит, как будто не болит. Она не коньяк, черт знает, что это. Ну, красный. В России много продают. Да? В России много продает казахского коньяка. Она почему-то не болеет, а ты думаешь, он не коньяк. Я не покупал, не знаю. Он не коньяк. Какой-то напиток. Спиртом крашен. Они сигареты подают из Казахстана. Да. Это спиртные напитки. Что-то еще сейчас не помню. Возьми, да. Ой, коньяк настоящий. Туристы говорят, грамм выпьешь уже. Он будет, блин, таблетки. Вон еще мост такой же, мост, по которому едем. Утро раннее, поэтому туман, наверное, дымка такая. Не агент Алиева? Нет, я не агент Алиева. Точно? Не знаю, 100% не уверен. Не, я не записываю, там записываю. Вот сколько сидят, да, зарплачат? Что-то попробуй. Какие они будут? Его рассказывали, да? Все, завтра его будут. Сколько таких сидят там? Ну, это глупо. Это глупо, конечно, глупо. Взял пацана, матери посадил. Сам убежал, матери посадил. Что за место? В общем, я понял, ты недоволен правлением Алиева. Правда? Отсюда. Отсюда едем туда, да? Отсюда туда. Пока туда. Его они поехали, он расскажет. Может, взял бабулу его. Я старался вроде еще сторону, а будет везде, без ничего, он оттуда уезжал. Без ничего осталось. Не надо есть. Наоборот, наоборот, надо понять. Если бы я Thank you.
вот наказывает он. Бюджет наказывает. Наоборот, где богато, он все к себе вытягивает. Денег тут его. А Путин что сказал? Кто богат, себя вытягивает. Ну, там. Так Путин плохой получается, да? Ну, он, ну, не знаю, он плохой, думаешь, это плохой, если он богатого себе затягивает. Не осматривай. Там записывались. Потом с друзьями будешь сидеть, смотреть, смеяться. Ну это, наверное, в мае месяце может быть готово. Наверное, я слышу, то, что меня закрыли отсюда. Да, он такие вещи не смотрит. У него охранники все смотрят. У тебя фамилия Иванов, Петр Иванович? Да. Ты живешь в Новороссийске, Новосибирске, да? Улица Ленина, дом 20. Вот Иванович Иванов, утро было без штанов. Да, красиво здесь, конечно, но сейчас немножко и снег метет. Еще красивые есть. Да, скалы. Кашмир, да, красивый природа, Кашмир. Кашмир, природа красивая. Ну, нет, в Челябинской области как раз. Ну, да, Челябинской не видно, но почти Челябинской области, это точно. Но там граница, вот, начинается Челябинская область, начинаются горы. А ну, да, Челябинская рядом что-то. Вообще, в России очень много коротких, красивых мест. Вот взять, например, Мурманск. Вот трасса. Мурманск самый красивый, самый крутой. Зона, вот самый красивый корабль такой. Самый красивый место. Самый красивый Забайкалье. Ну, знаешь, это есть. Потом не Колыма, а как ее, а... Нет, там слышь пустой. Карелия. Лес пустой. Карелия очень красивое место. Да вообще, я говорю, в России очень много красивых мест. Очень много. Я говорю, вот Карелию взять там. Россия самое. Самое лучшее место России. Мило там и все. Калитин. Заблудился. Заблудился, маленький. Да, заблудился. Я еще будильник ставил. Положи, спи еще. Конечно, чуть не сломал. У вас такой грох об всех садится. Может, мне лопали? Лопали? А зачем ты ненавидишь это слово? Да, пусть она у меня сюда спит, что-то я не знаю. Ну, наоборот. А если бы я тебя не разбудил, то ты бы это не видел. Да, он не видел, он услышал. Я слышал. Какой кубо. Главное, чтобы было спасение, чтобы понятно, если бы живут, то пытаются. Я все кричал. Чтобы лама услышала. Ну, хозяйка нагрела, она легла. Чай пили ночью. Спокойно. Когда ты, наверное, посел, что ли? Вообще обозревал. Один мог бы сидеть, один другой стол ступит. Не дали вы меня ночью спал вообще. Наоборот, ты все это видел, слышал. А так бы спал бы, ничего бы не видел. Не видел, как слышишь, как ударил. Нет, наоборот, если я спал бы, а такой штука вообще, я как-то не знаю, дёрнул бы, не знаю, какой-то. Видишь, польза есть. Если можно, да, и так бы довести. От того, что на ноги я сел,
Фишка, да? Сначала пройдет, а сюда подожди. Кто будешь голосовать? Я Никола, сам себе. Какой номер там, где я за тебя буду голосовать? Сам себе буду голосовать. О, смотри, какой мост красивый. А? Мост красивый. А, вот там тоже такой же мост, да? Да. Тоже старый, видишь? Старый, да. Что за мост? Ну, старый мост. Старый. Железнодорожный мост. А, красота какая. Вот здесь нужно устраивать соревнования по лучшим гонкам, там всем мероприятиям. Под этим, за Сургутом. Там база. Нет, это как раз все будет холодно. Ну, это 150. 100, наверное, отсюда. А за Хантом? Что это может быть? Там база какая-то. Так, что за станция? Красноуфимская. А уж мы уже проехали Красноуфимск. Там 2 минуты, по-моему, стоят. 3 минуты. 4. Надо ехать. Вообще приехали. Вообще нам ехать надо. Туда еще едем. Песок грузил. А сейчас все есть. Еврейский мальчик жил в очень бедной семье. Если бы это была девочка, она бы умерла со скуки. Чего? Ей нечем было играть. А, нечем играть. А русского передавался почему? А кто это знает? Евро утром встает, вот так чешет, кого наебать. Где деньги взяли? Русский встает, я пойму, так я наебаю. Они доехали, чугни, зеленые, светлые. О, но есть армянские евреи, есть грузинские евреи, есть узбекские евреи. Но есть русские евреи. Русские евреи, я да. Смотрю, это кавказские, я говорю, ты... Откуда девушка, говорю, она... Еврейка, это с Кавказа, черный, это точно Кавказ. Откуда с Кавказа, что ли? А где евреи живут? Да? Евреи где живут? Где у них ходят? Везде живут. Ходим везде родина. Кто управляет этой страной? Евреи. Да. Вот Украина сейчас управляет евреи. Евреи. Разваливает Америка, наверное, страны. А вот Путин, какой национальный? Русский. Алия тоже говорит азербайджанец. Не, Алия тоже русский.
по-русски. Алиева отец может. Это Гейдар. Гейдар? Но он же был представителем КГБ СССР. Он вообще может. Вот говорят, что Путин его учеником. Возможно. Да. Возможно. Он стал первым президентом. Вообще-то маловероятно. Маловероятно. Потому что разница в возрасте большая была между Путиным и Гейдаром. Ну вот. Алиев, Гейдар Алиев, он был при Брежневе представителем КГБ. Вот он стал президентом Азербайджана, да, что он президентом был. Секретарь, да, ЦК Компартии Азербайджана. Да. В Азербайджане не было закона, никакого значения не было. Он стал туда за копейки, сколько людей он посадил, да, в Италии, с работы уволил, да, в магазинах. У нас значение было. Он такой порядок, потом он уехал в Москве, поставили Камран Прогорова, один, блядь, и также развалили работу. Стал бы он до сих пор, если живой бог, он давно Карабах. Так бы ему все еще надо. Ну, это тоже. Карабахская проблема – это проблема на столетие. Или же опять создавать Советский Союз, выбирая границы. Это говорит. Или проблема. Жириновский сказал. Надо говорить это. Турция, Иран, Сирия, еще которые, что сделать, как раньше был Советский Союз, объединение, и Крым и сделаем, что? Крым сделаем, как Кремль, да, столицы. И нам говорят, на филиват говорит, Америка, бля, НАТО, да. Жириновский вообще бесподобный. Гениальный человек. Не, он хорошо. С чувством юмора и... Что? Очень у него аналитический ум развит. Он очень умно разговаривает, он в конце концов весь спортит. Да. Ага. Что ты скажешь? Разговаривай нормально, очень хорошо, умно разговаривает. Все нормально. Под конец все, ха-ха-ха. Все разговаривали, в конце и он не все его спортил. Чего они будут все равно? Все, поезд на годам уже стоит. Он же так это? А? У него всегда чуть-чуть так, все. Я президент, на другой день все поезд из Магадана проедут. Раньше как татары, монголы отправили, а татары все кавказные. И еще не было. А что, красивый край, кстати. Якутия, Магадан. Не, еще не в Урале, когда его блокируются. Раз кто так разговаривает. В общем-то, правительством России недоволен. Мир говорит. Правительством России недоволен, правда? Кто? Ты. Я что? Да. Как ты? Я поезд катаюсь, везде путешествую, да. Я везде путешествую бесплатно, да. Лишь бы этого не слышал. А, бесплатно? Кто оплачивает, Америка? Так, надо документы проверить. Бесплатно путешествую. Бесплатно каждый день мне дают 500 рублей за то, что... Ух ты! Посмотрим. А люди ездят на курорты путешествовать. Сколько денег надо потратить? А мне еще путешествовать бесплатно, мне еще деньги дают. А налоги платишь? Конечно. Кому? Как кому? Азербайджан или Россия? Нет, там есть. Ну скажи, где он находится. Да, да, потом это когда полный соберется? Нет, 15 тысяч окладов. Ух ты, долларов? Да. Долларов или евро? Доллара был бы я самолетом летал бы. Нет, самолетом я боюсь. Ну, даже знаешь, в последнее время всегда падает. 15 тысяч оклад. У него налог туда-сюда где-то 15-50 получает, 15 тысяч. А ты
берешь заработку, сколько заработаешь? Я? Да. Ты-то не заработаешь же. У тебя, значит, не работает мозгоёмство. Мне государство уже платит. Вот этого что? Нет, пенсия. Пенсия? И сколько получаешь? 18. А кем работаешь? Я главным инженером. Главным инженером? Где? Государственный. И весь воровал, да? Ну да. Честно сказать. Честно, половину украл, да. Вот молодой, честно, разные. Записывают, смотрят. Записывают, да. У нас все честно живут. О, не забывает свой. Ну, смотри, да, вот это там, вот это раньше было, да? Да. Развалился все. Кстати, очень много вот по дороге едешь, да, ты да. же видел, да? По трассе едешь, сколько брошенных домов. Это возле трассы, а в глубину туда 100, 200, 500 вот, раньше, да, вот таким домам жили, оттуда сухой дрова можно было, да? А сейчас не разрешает. Ну, сухой не было. Ну, совсем упал домик. Да. Советский Союз как развалили, да? Кто развалил? Горбачев, Колпачев, блин. Сволочь. Да. И Ельцин, да, канал, блин. А этот алкоголик. Алкоголик. Один алкаш, другой подкаблучник. Ельцин. Еще сейчас свою рожу показывает, так что начинает болтать. Его, Ельцина, даже памятник есть, 600 миллионов он, блин. Стоит, да, 600 миллионов. Его чернилом облили, сейчас охрана стоит. Это Жукова надо так написать, Сталина надо так написать. Вот этих людей надо. Ну, памятник Жукову есть на Красной площади. Ну, где она? На Красной площади. На коне. На коне? Да. Чего, не у кого? Он принимал парады на коне. Он же кавалерист, Жуков. Он в царской армии начинал кавалеристом. В войне кто выиграл? Жуков, Сталин. И армия. Ну так нельзя говорить, там армия. Два человека. Не, не два человека, но армия. Они, ну, это разрабатывали. Они уже там команды. Если там бы Ельцин был бы. Горбачев. Особенно Горбачев, да. Все отдали бы армию, да. Ельцин. Не знаю, Кошу жопу. А как доставили его? Давно что ли есть? Ну, не знаю, наверное, лет 20 назад. А, поставили, да, я говорю, раньше не было. Его надо, да. А Ленина памятник, это не годов только есть. Да? В России этих памятников Ленину не сосчитать. Много, да. Очень много. Вот чего похоронили, не знаю. Ленин? Да. И он даже спортом. Там уже. Там уже. Самое страшное это. Да. Да. Душа не успокоена. Не, я хотел уже его похоронить. Опять я решил не так. Ну, пока коммунисты в старой формации еще не позволили. Да. Да. Еще не время. Вот пройдет лет 30-40 похоронить. Еще не знаю, мавзолей уберут или нет. Его похоронят. Кремлевскую стену нужно освободить. Там все вот в стене лежат такие урны с прахом. Тоже отнести надо. Я вот так. Я служил под Москву Ковичем. Да. И вот тут идем, там полетел на Москву Ковичем. Стою, я так смотрю, смотрю. И сам еще смотрю. Приехали. Я говорю, они живые. Стоят под прием. Да, я еще смотрю, он вообще не дергался. Караул. Специально обычные, да. Вообще он стоит как с тобой. Я думал, что не живые, что ли. Как это победа. Тренировка. Голова болит. Что болит, тут же кость. Да, она как штука,
Это погнулся столик, наверное. Два раза, да? Потом стол. Он погнулся, видишь? Сейчас. Надо. Сначала головой, потом. Ух ты! О, виновата оказалась. Да, да, такой девочка. Да виновата еще. Все это вы получаете? Монетизация идет. А вот ты включил вчера рекламу, видел? Да. Вот светофор. И сколько там? 1000 просмотров. Один вот, вот сейчас вот то снимаешь, да, вас покупатель, насколько он будет помочь платить? Я не знаю, это же не один, это же на постоянно. На 5 лет, на 10, на 100. Я лучше агентом работаю. Путин отправляет, он тебя отстегивает. Путин тоже не отстегивает. Домой каждый месяц приносят, приезжает инкассаторская машина с охраной, привозят, привезли там чемодан, денег приехали. Он, наверное, не курит, а? А? Не курит, наверное. Курит? Это будет Путин? Он и курит, и бухает. Кальян. Нет, он не курит, конечно. Он как выглядит? Ну, налево, наверное, место бухает, да? Он туда стотовник. Конечно. Он, наверное, туда стотовник. Она не убежит, если будет. А, прибежит я. Да. Они, наверное, туда стотовник. Вот есть, вот это само. Он туда переводит. Когда они, если идет, они вот такой. Да. Путин невысокий просто, но какая огромная у него сила. Да, голова же. Он тоже подобщик, подобщик? Ну да, он полковник. Уже бы мог себе и генерала присвоить. Молодец. Фумка, ты не заглядывайся. Это что? И потом ты. Да. Куда там раз? В туалет хочу. Я еще, да не надо, до Москвы. Я еще хотела с Екатеринбурга. После класс спать не пошла уже туда. Занято, беги. Борщевик от вас привезли. Борщевик, видишь? От вас привезли. Впереди плохая дорога. Ограничение 40. Хорошо. Плохо это. Нет, она эту дорогу. Фумка, сидеть. Как смотрит. Мама, ну что ты, возьми меня с собой. Я помогу тебе зуб. Иди, иди. Что ты с собой? Я запрыгнул, что-то бешено.
Нельзя, иди сюда, нельзя. Иди, иди, иди сюда. Нельзя. Иди, иди сюда, иди. Иди. Иди сюда. О, иди. Молодец, молодец. Ой, молодец. Иди сюда. Да. Сюда иди. Иди сюда. Да, ну, 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 ну. Сейчас придет. Сейчас придет. Что? Мумка. Ну-ну. Ну, нервничает. Сейчас придет она. Придет, придет. Придет. Сейчас придет. Нельзя, 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 нельзя. Лазит. Сейчас придет, сейчас придет. Сейчас умоется, придет. Да что? Сейчас придет, придет, придет. Придет. Всем досталось. Всем досталось. О, да, все же. Конфетки видел. А, во, конфетки видел же. О, сейчас придет твоя мама. Сейчас придет. Сейчас придет. Умка, 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 умка. Сейчас, сейчас придет. Сейчас она умоется. Она умоется сейчас. Всех разбудил. Ну, лажит, лажит. Расстроилась. А вот конфетка вот что тебе? Да, дождался? Дождалась? Истеричная баба. Я еще поклатил, еще не давал, но на меня будет. Отбежит, поскулит и опять на подушку. О, 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 любви сколько. Как она медленно. Вообще начала. Где я тебя погладил? Я когда дома, допустим, этот день там, на работе, вечером, аж с ног сбивает. Ну, а самое верное существо. Они что любят? Откуда любят? Почему он бедный? Самое верное, говорю. А, верное, да. Бедный, откуда ты мой бедный? Gracias.